Ну, понимаете, короче, да, что не получится. Короче, еще одна попытка Геркулеса на соло. Блин, и опять, кстати, против Гуан Ю, да? Ну и все, и типы уже сразу начинает. Все, говорит, типа, Фрея гона фит, говорит. Ай, тут пик норм. Пик-то норм. Ой, лол. А чё, я же могу, типа, нормально, чтобы все было. Я не знаю, как играть с ними. Ай, пойдем, ладно. Всем не... Да, я про это говорю, Сань, что всем не угодишь. Поэтому из списка будет рандомно выбрано, там, допустим, сабдей раз там в две недели сделать. Или раз в неделю. Ну, посмотрим, как они зайдут вообще в целом. Вот, и там уже будем думать, как пикать, как чё. Почему не телепорт? Я никогда не беру на стол и телепорт. Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный в рот! Здорово, Романыч. Телепорт на соло — это минус артефакт, начиная уже с мидл гейма. Понимаешь? Рома приперся, он пишет одно сообщение, два раза поспамит и уходит играть. Еще и других зовет играть. Романыч, уже пора обижаться. Рома, еще и без сапки, да. Куда беру телепорт? Вообще никуда. Я вообще не пользуюсь этим артефактом. Sorry. Там уже сори, уже эти, те. Раньше брал, да, сейчас не беру. Так он не работает, ну в плане того, что ты пользуешься этим телепортом сколько раз за катку? Два раза? Три раза? Какой смысл в этом тогда? Офигеть просто. Каких динозавров? Каких скалу? Ты про что? И правда, ля. Понимаю. Немножко не туда подвинул, ну ладно. Маленький. Блять, мне его крипы больше накидывает, чем он сам. Бля, попал. Попал, только не надамажил. Давай, волшебник. Будет кидать? Интересно. Ладно. Он мой выиграет. В другую сторону только. Здорово. Да понятно, что я бессинева. Фанатос бегает на линию. Я же бессинева. Не видел. Пока терпим. Но уже кто-то у нас отдался, да, кстати? Морриган отдалась. Посмотрим. Поселился Танатос? Нет, так мне пусть он поселился. Они шепот делят таким образом. Мне-то пофиг.
Ну, только если они не будут, конечно, весь джангл справа забирать. Хорошо, здорово, Смурк. Да я видел то, что в раз вчера играл, я прям удивился, я думал, ты уже скипнул его немножечко так. По фан, так сказать. А я смотрю, Саня там. А, все понял. Да ёб твою мать. Дичь, урон, конечно, у него просто дичь. Ахилла на саппорта. Можно взять, ребят, кого угодно, куда угодно, но не факт, что это будет работать. Я бы не стал Ахиллеса брать на саппорта. Да, я говорю, что Гуан хрень. И что? Не, никаких телепортов. Никаких телепортов. Даже свой синий не могу забрать. Спасибо большое, Фрея. Здорово, Карлс. Здорово, Танатос. Такс. Не, ну ладно, кулдаун. Будем пытаться перестоять его. А что делать? Да Фрея там бегать, пусть бегает. Ладно, я на самом деле стою и терплю, мне пофигу пока что. Пока они меня убить не могут, мне пофигу. Главное, что Танатос у меня летает. Летает просто так, получается. Вот. И типа, да и хрен бы с ним, как говорится. Минус ульт. Крипы просто какой-то дамаг наносит нереальный. Здорово, Дефалпс. Не буду двойку пока качать. Ля, с синим теперь я. Да, уже насливался. Давай, Гуан, иди в задницу. Деремся, ничего нет. Понял. Мне ни одного нет, ни одной билки на инстакасте. Я не ставлю никогда. Прокинь. Уважаю соло линию, такая интересная линия, вообще кайф, кайфу вообще. Наслаждаюсь, получаю удовольствие. Вот, видишь, я поэтому говорил, лучше бы Танатос у меня здесь шоркал. Так-то они у меня не могли меня вдвоем пока что убивать. А так он пошел и кого-то убил.
Кого поменялся? Так, катка скипнулась. Сейчас у меня соло выпало. Поменялся. Хорош. Хорош. Я понимаю. Ну, мне на АДК интересно играть. Интереснее, чем на соло, по крайней мере. Да, блядь, скиты. Слышу Танатоса. Ну, как говорится, мое почтение Танатосу. Вы заслужили эту победу, так возьмите ее. Афина вовремя среагировала. Здорово, Ратурин. Да пойдет, спасибо. Есть свои нюансы, а так нормально. Это прикатило, потому что Афина нормально сыграла. Блин, я не добила же. Фрунк. Where are we going? Кстати, много кто играет на стандартной раскладке. Так я играю на стандартной раскладке. Я ничего не менял. Ля, чам, спасибо большое за подарочную сапку. Чё дефалпсу? Что он нас на хорроре поддерживал? Дефалпс, ну как говорится, добро пожаловать, уже официально получается. Спасибо, чам, спасибо большое. Опять Танатос, что ли, у меня? Или ты просто... Ты просто решил со мной подраться? А, окей. Здорово, здорово. Спасибо большое, чем. Подарочно. А. Тонастурит. Так. То глядишь и выиграем так, чат. Векс где-то был, Векс был, да. Шмекс. Я не понимаю, да, то, что я ему буду каждый раз ее сбивать. Ну, кроме тех разов, когда я просто миссаю, типа. Я тебя просто дубиной задолблю. Хочешь? Как сильно, да, Гуан стоит, парни? Даже не знаю, как с ним быть. Не, он явно что-то не понимает. Он замедлил, братан. Не? Не, хорош. Мне нравится наша Афина, то, что она приходит всегда. Это хорошо. Это как минимум правильно.
Чувак приходит даже тогда, когда вроде как я его перестаиваю, и как бы нормально, так и должно работать. Он хоть как-то ульт пытается реализовать. Раньше пипец как заходил, кстати, Геркулес. Сейчас не особо нравится. Не знаю почему. Как... Ахилл как-то выглядит посерьезнее, наверное. Какой-нибудь Ахилл Белона. Вот, но опять-таки, тоже на любителей. Я не понимаю сейчас вот этот оверхайп против Гуана. Вот, не понимаю, правда. Я люблю Гуана. Гуан мой первый воин десятка. Просто я ее набил, эту десятку на нем еще тогда, когда никогда. Вы еще, наверное, в смайт не играли. Когда я набил ему десятку. После катки разыгрываем сапку. Чампыч опять что-то сделал с деньгами. Чамп, завязывай вот это вот. Раз векса нет. Окей. Не, ну я читал, мы с тобой разговаривали. Так ты уже, что ли? Я думал, только договоренность была. Where are we going? А, нифига, хорош, хорош, хорош. Ля, он даже убил кого-то. Но мне нравится на цифрах обилки. Я не знаю, вот многие меняют такую раскладку, но это же дико неудобно. Дело привычки, согласен. Прикол в том, что я лет 5 играл, наверное, на одной раскладке, прикинь, и потом перещелкнул раскладку. Я так охренел, вот не сказать ничего. А ульты нету, да? Я думал, у него ульт, если он ворвется. Скин форточки красиво. Ой, Саня тут главный монарх моего стрима. Один из главных. Подари мне, говорит, скин. Ну странно, странно. Не знаю, я просто не вижу другой раскладки, если честно. Вот вообще не вижу другой раскладки, если честно. Кроме как цифры. Пошло. Чего? Чего? Это плохо сейчас. Так, аккуратно. Да какую кувалду Джона Вика? А чё он так быстро бегает? Ля-ля-ля, задолбим его нахер. Минус бицы. Терпим, терпим, терпим. Передоваживаем и терпим. Привет. Прикинь, на туре обилки ставит на хомпедж, да? Я не представляю. Не, я правда, я вот сколько лет играю в Смайт и всегда в одной раскладке. Я один раз, вы помните, как-то пытался поменять и поставить артефакты юзабельные на кнопки на мышке, короче. Я просто их не мог юзать. Я их вообще не нажимал от слова совсем. Вот вообще не нажимал, ни разу, по-моему, вовремя не нажал. И все, я тогда понял, что все это габелло, типа отбой вообще. Так, так, так. Я думаю, я точно талисман сейчас соберу, наверное, я.
Да, релики на мышке, да. Отрастить возможно или нажимать возможно? Ах ты жопа Гуан. Жопа Гуана. И идет Т2 пуш. Да, но я не пойду, я своим помогу лучше. Не знаю, насколько лучше, конечно, но помогу. Он полетел. Или не полетел. Ай! Он вообще не отходит, что ли? А так они все здесь, лол. Нас Морриган вообще не играет, да, с нами? Типа, ей вообще пофиг. Не-не-не, рано ульту. Мы же не деремся. Я бы кинул ради дэмэджа ульт. Типа, какой смысл? А чё с Морриган у нас случилось? Не-не, я бы дал туда урон, если бы мы дрались. А так получается, я бы просто так бы ульт сдал. Не знаю, как это странно. Они, конечно, дерутся, непонятно. Вообще не понимаю, что они пытаются сделать. Кто-то у нас... А, ну 1-4 Морриган. Они вначале написали то, что Морриган будет фидить. Они вначале написали то, что Морриган будет фидить. Но, типа... Но я не верил, конечно. Что она будет фидить. Но, видимо, зря. Да не, не имба вообще ни разу. Нас Фрея вроде как убивает там нормально. Хорош, Морриган, хорош. Морриган, хорош. Эй, блядь. Это плохо. Крипы сбили, блядь. Минус эскейп. А так, конечно. Хорошо, хорошо. Феникса убили. Да, го, 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 го. Спамят, сразу заспамили все, что можно. А просто за нами бежит или что? Нормально, нормально, нормально. Смотри, Танатос прилетел.
Так. Enemy ultimate down. Down. Я не знаю, взять крылатый или нет. Или лучше какой-нибудь молот собрать. Типа, блин. Типа, я буду бегать просто. Ну, это я не знаю, я соберу, конечно, такой билд. Это будет билд, типа, в супер-пупер скорость атак. Ой, это скорость передвижения. Фрост? Да фрост не знаю. Так, я прочитал про этому down. Down, вниз, типа. Урона, конечно, у меня вообще кошачий этот. Шо? Минус ульт. Шо меня остановило только что? Шо меня могло остановить с таким билдом? Да-да-да, еще бы боты на бег бы, на передвижение бы. Во. Как я миссу-то помог ультой по нему? Хорошо. Хорош. Ну, как бы легчайшее. Легчайшее. Ой, бля, там столько урона они накинули. Я не знаю, что это за 26-минутная катка на Геркулесе. Естественно, залью. Покажу суперскоростной билд. Ну, не знаю, я его, конечно, не прочекал в итоге на фул. Че, посмотрим на урон. Мне кажется, у меня урона просто не было. Просто ноль. Слушай, ну 15 тысяч у меня. Я передамажил нашу Морриган. Но Морриган, конечно, такая себе. Морриган откровенно слабая. У нас Фрей хорошо сыграл. Ну, в принципе, нормально. Слушай, у нас Фрей 6-0 идет, который всех убивает. У нее 18 тысяч, у меня 15. Я в целом всех передамажил, кроме Джингвей. Джингвей. Поэтому катка успешно отправляется на YouTube. Смотрим заставку. Слева будет канал, на него подписываемся. Справа видосики интересные. Ну, все как вы любите, короче. Все как вы любите, парни. Блин, до сих пор по статистике 48% а не человек смотрит без подписки, я еще поражен.